Всем привет, с вами Прием. Сегодня мы будем затрагивать глобальную проблему. И поставлю я такой вопрос сразу же. Где же нам фармить голду в припатче? Я выделил всего лишь 5 способов, которые на данный момент актуальны. Если же у вас есть какие-то свои, то само собой вы можете отписать их в комментариях. Я соглашусь с ними, и мы можем подискутировать на эту тему уже в комментариях. Так вот, начнем же. Первый способ, который мне хотелось бы вам предложить, это фарм в гарнизоне. Он маленько остается, и остается он от такой постройки, как хлев. Собственно, средний слот данного здания, строите его третий левел, садите туда соратника сотого левела, абсолютно любого. Самый легкий для получения — это золотогриф-свежеватель. Садите данного соратника, ловите в награнде могучих волков в клетке, рядом со сторожевым постом Мокгол, там очень много волков, но с недавнего времени из-за кросс-сервера там также много людей. Собирайте группу из 5 человек и спокойно это дело фармите. Абсолютно всем даются могучие волки в клетке при фарме впятером. Получаете эти клетки, относите в хлев, и каждые 4 часа вы будете получать 22 роскошного меха и одну дикую кровь. Роскошный мех вы можете реализовать на ауке, либо в сумке из волшебной ткани, как вариант при портняжном деле. А мех, точнее кровь уже, собственно, реализуется в торговой лавке в мешочке на 50 голды. С изменением гарнизона в плане того, что за все абсолютно задания мы теперь получаем ресурсы гарнизона, а не золото, к тому же в увеличенном объеме ресурсы гарнизона, мы покупаем срочное выполнение заказов хлева для того, чтобы разогнать наше здание и получать намного больше дикой крови и роскошного меха для той реализации, которая была сказана ранее. Это первая реализация с гарнизона для получения голды. Вторая реализация – это карты. Карты знамения, они также остаются. Шанс у них вполне хороший, шанс дропа эпиков, редких, зеленых карт. Ну, белые в счет мы не берем, они как падали, так и падают хорошенечко. Спокойно крафтите их славок начертания. И если у вас есть профессия начертания, то вы делаете этих карт намного больше. От гарнизонной темы мы уходим, то есть в ней остаются только хлев и здание начертания. На этом все. Дальше. Фарм старых рейдов. Как нам сказали, то что катаклизмовские рейды были понерфлены в плане получения голды и в плане получения голды с продажи шмоток. Так оно и есть. Маленько цену понерфили, и ту голду, которую мы получаем с дропа боссов, также маленько понерфили на 30, что ли, процентов или 25. Но вроде бы как увеличили получаемую голду с личевских рейдов и пандарийских рейдов. Я приложу небольшую таблицу в плане количества получаемой голды в описании, и вы можете, в принципе, в этом сами убедиться. Дальше четвертый способ, скажем так, это относительно недавно открытый способ, это фарм кристаллов ша на лягушках. То есть те лягушки, которые у нас обитают на вневременном острове. По ним сделано отдельное видео. Вот, собственно, это вневременной остров. Вот тут находятся эти лягушки. Вы фармите их, получаете кристаллы ша при наложении чар и сливайте их на аук, либо крафтите фолианты иллюзий и также эти фолианты иллюзий сливайте на аук. Я знаю то, что цена очень сильно понизилась на эти кристаллы ша, но, возможно, через какое-то время цена повысится вновь, и вы спокойно можете получать вновь хорошее количество голды. Также, как вариант, я могу вам посоветовать пользоваться аукционом, продавать какие-либо редкие реагенты, продавать, допустим, различные камушки, как вариант, на 75 статы, которые мы имеем на крит, искусность, скорость, выносливость, универсальность. Некоторые камушки берут очень хорошо, некоторые хуже. Ознакомьтесь с данными аукциона, гляньте, какие камушки стоят дороже, какие дешевле, и руководствуйтесь этим. Также, что я хотел бы еще вам показать. Фарм на сумках дикого сотрудничества. Это самый хороший фарм, который, ну, он в принципе зависит только от вашего item level. Чем больше у вас item level, тем быстрее вы проносите героические инсты. У меня есть отдельное видео по этим сумкам, но все равно я расскажу, в чем суть данного фарма. Суть данного фарма заключается в том, то, что вы выбираете случайное подземелье Дренора в режиме героик,
И когда ваша роль окаймлена золотым кругляшком, вы получаете сумку дикого сотрудничества. Она доверху набита золотом, это правда. 500-600 голды вы всегда имеете с данной сумки. Руны усиления, те руны, которые дают 50 статын, можете их просто торговцу продавать, либо на аук пытаться скинуть. Предметы экипировки — это тонанские шмотки от 650 до 695 item левела, как на ткань, кожу, кольчугу, так и на латы, которые можно передать другим своим персонажам. К тому же может упасть медальон Лиона, который стоит на аукционе от 2 до 3 тысяч, смотря от вашего сервера и смотря, насколько цена снижена. На этом, я думаю, все. Это реально все способы, которые я мог найти в припатче. Хотя самый последний, который я бы мог вам подсказать, это фарм различных реагентов на фолианты иллюзий. Да, фолианты иллюзий вполне неплохо скупают, и реагенты на них периодически нужны. Откройте у кого-нибудь наложение чар в гильдии, допустим, или на своем твинке. Откройте вкладку «Неизучено», посмотрите, какие реагенты нужны для этих фолиантов, и пытайтесь фармить эти ресурсы как-либо и реализовывать их навыки. Теперь действительно все, мой монолог окончен. Как я сказал в самом начале видео, если у вас есть какие-то методы или подсказки или исправления к сказанному, то я жду в комментариях, на все отвечу, все просмотрю абсолютно. Желаю вам удачи в фарме, чтобы голды у вас было, как у меня, даже больше. Я надеюсь, у вас все получится. Удачи вам и до встречи. Встретимся в Легионе.